Великие. Питер Селлерс. Нет сомнения в том, что в пантеоне комических гениев Питер Селлерс был одним из величайших талантов. Но он мог стать и одним из его величайших чудовищ. С недаемой неуверенностью в себе и манией перфекционизма, он постоянно вымещал свои страхи на самых близких и дорогих для него людях. Селлерс родился в 1925 году в семье актеров Водевиля прямо в поезде. В 5 лет он уже вышел на подмостки, появившись в лондонском театре «Уиндмилл» вместе с мамой Пэк в представлении под названием «Ударь меня». Его раннее взросление помогло ему приобрести различные навыки, в том числе умение танцевать, играть на барабане и гавайской гитаре. Но еще он был всесторонне одаренным актером с бесконечным набором комических голосов и образов, которые он мог представлять. Массовая публика узнала Селлерса после шоу «Жлоба». Эта необычная и анархическая радиопостановка шла с 1951 по 1960 годы и сделала 3 ее главных участников – Селлерса, Спайк Миллигана и Гарри Секомба – настоящими звездами. Веселая и реальная, она оказала глубокое и продолжительное влияние на всю британскую комедию. Но для разносторонне одаренного Селлерса успех имел обратную сторону. Проявив свой профессиональный талант в ярких шедеврах типа «Шоу «Жлоба», и в таких фильмах, как «Я в порядке, Джек», «Леди убийцы» и «Будучи там», в личной жизни он потерпел фиаско. Он женился 4 раза, предложив руку и сердце шведской кинозвезде Брит Экланд после того, как увидел ее фото в газете. Они поженились после бурного ухаживания в 1964 году. В середине 60-х Селлерс достиг своего профессионального пика, снявшись в фильмах «Доктор Стрэндлав», «Игра для двоих» и в 2 фильмах цикла «Розовая пантера». Но его 4-летний брак с Брит Экланд был разрушен его оскорбительным поведением и серией сердечных приступов, которые постоянно приводили его на больничную койку. Проблемы с сердцем отягощались тягой к токсикомании, особенно он любил нитриты амила. Кроме того, он пил запойно и пробавлялся гашишем. Образ замученного гения, эксцентричного в своем поведении и пристрастиях, кажется одним из клише, но в отношении Селлерса это было правдой. Выбравшись из глубочайшей депрессии, он мог увлечься быстрыми автомобилями и красавицами. Он безумно влюбился в Софи Лорен, когда снимался с ней в фильме «Миллионеры», но его страсть не нашла ответа. Он противостоял таким знаменитостям, как Лоуренс Оливье и Дэвид Нивен. Среди его друзей были Роман Полански, Стэнли Кубрик. Зато другого великого режиссера, Билли Уайлдера, не было среди них. Селлерс должен был сняться в фильме Уайлдера «Поцелуй меня, глупый» в 1964 году, но отказался после сердечного приступа. Позже Уайлдер и Селлерс стали работать вместе над сценарием «Казино Рояль» 1967 года. Услышав от Селлерса жалобу на больное сердце, Уайлдер сказал, чтобы сердце болело, надо его иметь. Селлерс увлекся Лайзой Минелли в 1973 году, но их отношения закончились после того, как она в шутку сняла с него парик. Я думаю, он такой один из немногих людей, которые в этом бизнесе используют все свои возможности. Абсолютно все. Мисс Минелли, если вы выйдете за него замуж, вы станете 4-й миссис Селлерс. Вас это не беспокоит? О, нет. 4 – мое счастливое число, мой дорогой. Единственный раз, когда я выиграла в рулетке, это когда я поставила на 4. Именно так, на 4. Селлерс умер от сердечного приступа в возрасте 54 лет. Он был сложным, взрывным человеком, но его друзья и близкие по сей день преданно защищают его. Селлерс сказал однажды, что когда он умрет, не нужно заказывать заупокойную службу, потому что, по его мнению, на похороны никто не придет. Он оказался неправ. Режиссер Кейт Мейтланд, авторы сценария Мэдлен Суэйн, Мэрон Уильямс, продюсеры Эндрю Томпсон, Мэрон Уильямс.